Всем привет! И сегодня у нас на обзорах набор Кубиссимо. Снова от моего любимого бренда Джеко. Возможно, вы не знали, но это настоящая 3D-головоломка, которая разовьет логическое мышление у вашего ребенка. Кстати, здесь написано, что она от 7 до 99. Поэтому не только покупайте для ребенка, но и садитесь играть всей семьей. А если вдруг ваша семья занята, то приглашайте своих друзей. Карточек хватит на всех. Предлагаю начинать обзор. Пришло время открывать. В наборе идут кубики, 30 карточек, специальная досточка для строительства, конечно же, инструкция. При помощи деревянных брусков нужно собрать фигуру, указанную на карточке. У нас вариантов много, я выберу какой-нибудь один. Как я уже говорила, у нас есть специальное поле, на котором мы строим фигуры, указанные на карточке. После того, как вы сделали этот этап, вам необходимо достроить до полноценного куба из оставшихся брусков. На таких карточках есть три уровня сложности. Первый самый простой, второй, который мы уже разбирали, посложнее, и третий самый сложный. Вы можете играть на время. Этим мы сейчас и займемся. Я засекаю на таймере время, и вы будете смотреть, за сколько я соберу вот такую конструкцию. Итак, предположим, вы играете компанией и решили усложнить себе задачу. Таймер, отсчет, пошел. Строим сначала фигурку сиреневую и малиновую. С этим заданием я справилась, но что же дальше? Хороший вопрос. Вы представляете? Па-бам! Минута 55. А какие рекорды будут у моих друзей, мы узнаем после того, как я их приглашу, и мы сыграем в игру Кубиссимо. Как вы уже догадались, веселье и азарт гарантирован. Надеюсь, вам было интересно и познавательно. Мне понравилось особенно, когда это соревнование на время. Думаю, я смогу обыграть своего братца. Встретимся с ним скоро в обзорах и сыграем снова в эту классную игру. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и ждите новых обзоров. Всем пока!